Вся наша с вами жизнь, друзья, все окружающие предметы обязательно должны быть в тренде. Сейчас в тренде все натуральное и экологичное. Поэтому сегодня мы будем делать лампу из дерева. Да, кстати, я смотрел, такая лампа стоит в интернете $200. Нам она обойдется 100 гривен. Ну вот, работает. Осталось только по традиции заебашить лук для Инстаграма. С вами были Владимир Вальман, фабрика хипстера и лампа. I was raised in the 80s, bricks in the place, these days were a madness, nights were just crazy, looking back grateful for the man that it made me, all about the future but I reminisce daily, watching him.